что я прошу наших милых мужчин никуда не уходить, потому что я приглашу еще одну, так сказать, представительницу прекрасного пола на эту сцену, педагога. Мы знаем, что стало уже доброй традицией вручать статуэтку Ники. В прошлом году это было первый раз, в этом году это во второй раз, это очень приятно. Хотя эта церемония не столь известна, как церемония вручения Оскара, но тем не менее, я надеюсь, что в этой церемонии скоро Юрий Васильевич узнает не только у нас в городе, но и в регионе. Расскажем всем. И приглашаю сейчас на эту сцену родоначальницу этой доброй традиции, председателя горкома профсоюза работников образования Чигридову Елену Афанасьевну. Но поскольку она приготовила еще один подарок, то она сразу в студенческом костюме выходит. Добрый день, дорогие друзья. Как уже сказала Галина Петровна, с прошлого года мы победителям конкурса «Учитель года» вручаем традиционную статуэтку «Ника». «Ника» — это победа. Поэтому я всем вам желаю победы. И пусть все ваши начинания свершатся. Спасибо, Елена Афанасьевна. А я хочу напомнить, что в этом году за право стать первыми и получить заветную «Нику» боролись более 40 участников. Вручаем и за заслуги, мастерство, им «Ники» звездные вручаем. На сцену для награждения приглашается Смирнова Оксана Ростиславовна, победитель конкурса «Воспитатель года», дошкольное учебное заведение номер 27, Ладушки. Давайте поаплодируем. У нас самая первая и очень неловкая представительница.